Вот приобрели в магазине Шиншилка корм Сейвори. Очень хороший. Животное наше, фыр, зефир, кушает его хорошо. Вот такой вот пакетик. Еще есть 2-килограммовый пакетик. Сейчас найдем. Вот такой вот. Даже животное испугалось. Фыр, 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 иди сюда. Фырчик, иди сюда. Фырчик. Фырчик. Смотри. Да. Очень хороший корм. Очень нам нравится. Очень нам нравится. Такие маленькие зернышки. Зернышки. Специально для котят. Он, правда, сейчас не голодный, но сейчас посмотрим. Будет есть или нет. Он только что ел. А я тут решил записать видео. Иди сюда, малыш. Иди. Иди, покушай. Иди. Иди. На следующий раз будем снимать. Когда будет голодный. В общем, кушает неплохо этот корм. Корм холистик. Большой процент мяса. Fresh turkey and chicken. Свежая индюшка и курица. Корм супер премиум. Цена не очень дорогая, а качество очень хорошее. Ну, к сожалению, не удалось показать, как он его кушает, потому что только-только поел. Поел так прилично. Он у нас кушает еще Savory. Консервы. Вот как раз консервы я сейчас собираюсь покупать. Вот они какие консервы. Это следующего видео сюжет. Ну, так, как анонсом. А так, вот такая вот пачка замечательная. Будем надеяться, что мы его очень хорошо съедим. Спасибо за внимание.